Всем привет! С вами я, Дима, канал «Владелец аквариума». Сегодня суббота, решил записать такое разговорное видео рядом со своим аквариумом. Вот, что я сегодня решил сделать? Вот у меня здесь на полочке есть мхи Баббл, есть мох Феникс. И вот где мох Феникс, проросла веточка мха Пламя. Вот. А я очень большой любитель выращивать все из маленьких всяких отростков, корешков и так далее. Вот. Собственно, у меня вот задняя стенка, которая заросла, туда вот прирос маленький кусочек мха Баббл, вот что получилось. Вот. Поэтому я сейчас, наверное, буду брать Баббл, вот, который у меня тут примотан. Вот, куда-нибудь его перемещу, а сюда примотаю пламя. Ну и пусть он растет. Вот, а параллельно думаю еще, как мне придется организовывать обогрев, грунт и освещение в новом аквариуме на 200 литров. Честно говоря, уже сломал себе голову. Изначально хотел нагреватель себе приобретать акваэлевский на 150 ватт в пластиковой колбе. Ну так посмотрел, ну во-первых, цена у этого нагревателя довольно-таки немаленькая. Скорее всего, наверное, возьму на 150 ватт Атман Via Aqua, всем уже известный и проверенный. У меня тут такой стоит, но его на 200 литров будет мало явно. Плюс его уже нужно обновить. Вот. Ему уже не один год, поэтому для безопасности своей же. Вот. По грунту у меня есть килограмм, наверное, 10 кварцевого песка, который вот тут вот уже находится. У меня есть неиспользованный. Скорее всего, буду использовать его вот для этих целей. Ну и лава, которая находится в этом аквариуме, буду ее опять переносить с буцефаландрами в новый аквариум. Не знаю, вообще переживут они все это. У них до сих пор листья отпадают. Ну, потихоньку все это лысеет, но новые ростки идут. Значит, хорошо. Значит, я не полностью их угробил. Вот. Так, ну вот отмотал. Ничего себе, я тут веревки намотал. Пол Китая можно обмотать ей. Так. В общем, по нагревателю думаю, по грунту тоже еще думаю. Ну, как бы в ожиданиях нового аквариума, новой тумбы. Все себе представляю, как это будет. Вот. Рыб добавлять, наверное, никаких пока не буду. Пусть будет, что будет. Пусть будут вот эти вот коридоросы, которые у меня есть. Black Venezuela, панды, три водорослиеда. Может, водорослиедов добавлю еще пару штук, чтобы их стая опять была. Ну, это не факт. Вот. Касательно воды. Вот, я замерял параметры воды. Вот буквально я минут 10 назад померил параметры, и сейчас я вот гляну, я себя записывал после подмены на прошлой неделе. PH был 7,5, KH 3, GH 6. Сегодня я померил PH 7,5, KH 5 поднялся, GH 6. В принципе, то же самое. Практически. Вот, и взял, померил воду с крана. PH там 7,5-8, где-то так. KH 7, а GH 9. И вот я думаю, может быть, просто взять эту воду и добавлять. Иногда разбавлять осмосом и не заморачиваться вообще с этим всем, с этой водой. Потому как у меня нет осмотической этой системы, и я каждую субботу с канистрами еду на машине, набираю эту воду, тащу на четвертый этаж. В общем, все это не очень удобно.
Вот. Надо еще, конечно, разобраться с параметрами воды. Вот. Потому как я в этой химии особо не разбираюсь, честно говоря, не очень интересно. Но я так думаю, что надо постигать эту науку. Вот, пожалуйста, мох бабл, я не могу очистить, вот сколько я сейчас с вами тут разговариваю, и не могу очистить его. Потому что он прирастает, просто дико прирастает. Так, пойду сейчас сполосну его под напором воды. Один момент. Так, есть, очистил. Что у нас дальше по плану? По плану нам нужно изъять этот росточек мха пламя. Вот он тут прирос. Росток совсем маленький, вот смотрите. Не знаю, увидите или нет, вот веточка. Я ее сюда примотаю, посмотрим, как же это все будет расти. Вот. Мне просто интересно, как бы, через сколько, как и сколько его вырастет. Вообще люблю такие посылки, это мне пришло в посылке, когда заказываешь там, допустим, дабуцефаландру, а к ней какой-то мох прикрепился. Интересно какой-то, не знаю, мне нравится. Я таким образом вот тут еще один мох примотал, тоже не знаю, что это, пока не знаю. Ну, вот так. Ну, леска обыкновенная, вот, примотаю сейчас. Специально у меня в рыболовном магазине пошел, купил. Вот. По свету в аквариуме. То есть, вот этот у меня свет 2 по 18 ватт, 1860 люмен. Я, честно говоря, не знаю, хватит ли его на 200 литров. Высота аквариума будет там даже не 45 сантиметров, а 43,5. Ну, плюс там грунта подсыпется, пускай 40 сантиметров. Вот. Я вот думаю соорудить, возможно, какую-то конструкцию, чтобы эти светильники приладить. Потому как, ну реально, покупать на метровый аквариум хороший полноспектральный светильник, это дорого. Ну, для меня это дорого. Может, кому-то, ну, кто-то может позволить, но кто-то может действительно. Ну, допустим, $100, там $120 на светильник я сейчас не готов выложить. Вот. Поэтому думаю, как сделать. Может, какой-то алюминиевый профиль метровый взять, на него прикрутить эти две планки и посмотреть, как же это все-таки будет и будет ли растение нормально. Вот, возможно, на 200 литров будет хорошо, потому как у меня от этих ламп, я так думаю, что от них, вот эта передняя стенка через 2 дня зарастает. Через 2 дня ее нужно чистить, потому что такой мутноватый зеленый нарост. Вот. Так, ну вот я уже прикрутил этот мох. Вот, а куда мы его разместим? Да поставлю его вот тут вот, да и все. Вот. Хотя его, наверное, лучше положить. Положить лучше. Даже не знаю, куда приткнуть. Вот тут, где буцефаландры, положу на вот это вот. Опа. Так, чтобы буцефаландры не повредить. Они бедные так пережили уже сколько. В общем, ребята, жду новый аквариум. Знаете, вот как дети ждут на Новый год подарок. Я точно так же жду аквариум и тумбу под него. Вот, по фильтру на новый аквариум. Тоже думаю, у меня тут флювал 205 внешник. Ну, скорее всего, я из него просто достану все губки, которые я там добавлял. Оставлю, как было, керамику и крупнопористую губку. Пусть он делает течение и биологическая фильтрация. Если не будет хватать мне фильтрации, у меня есть акваэлевский турбофильтр 500 серии. Я думаю, если его поставить сюда, будет вполне.
Ну, вот. Подкинуть туда мелкопористую губку будет вообще отлично. Тем более для креветок. Они все, сейчас они все тусуют на губке, на заборе внешника, на префильтре. Вот, думаю, понравится. Вот. В общем, примотать мох я примотал. С вами побеседовал. Кому, конечно, интересно, вы уже досмотрели практически видео до конца. Вот. Покажу еще раз сейчас аквариум. Вот. На сегодняшний день вот все так выглядит. Обрастаний стало меньше. Мулячка есть, но от нее никуда не деться, потому как сомики баламутят. Вот. Ну и я сейчас перестал подавать из удобрений микро и макро. Сейчас только железо и калий. Вот. Посмотрю на реакцию растений, как это будет выглядеть. Если будет нормально, значит так и продолжу. Железо и калий, и все. И воду из-под крана. В новом аквариуме оно однозначно будет, наверное, вода из-под крана. Вот. Вот мох, который мне, кстати, тоже приехал с буцефаландрами. Я его примотал. Вот он уже растет тут. Так разросся, можно сказать. Ну и вот там под ним мох пламя. Вот. Вот, кстати, листья, которые опадают. Плавают. Опадает только Silver Powder. К счастью, пока только она. Надеюсь, только она будет опадать. Вот, не будут вот эти вот все красивейшие буцефаландры. Вот. Super Blue Type 2 опять цвести собралась. Выдвинула еще и новый лист. Вот. В общем, ребята, все. Такой субботний выпуск. Вот. Кому было интересно, ставим пальцы вверх. Гости канала, подписывайтесь, кто досмотрел. Вот. Комментируйте, советуйте. Рад буду ответить на все ваши вопросы, пообщаться с коллегами, так сказать. Всего доброго!